В субботу, 26 декабря, власти Севастополя утвердили проект планировки и межевания территории Яхтиной Марины в Балаклаве. Соответствующий проект распоряжения был поддержан в ходе заседания правительства. Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя Ирина Марочкина рассказала, что в ходе обсуждения проекта на официальном сайте профильного департамента и в социальных сетях поступило более 50 предложений. Севастопольцы оценили проект положительно, уточнила Ирина Марочкина. Зарегистрировали два предложения, потому что мы вносим только то, что кто является непосредственным участником публичных слушаний, это люди, имеющие в собственности объекты недвижимости на данной территории, либо постоянно зарегистрированные. Заместитель руководителя профильного департамента сообщила, что остальные 48 предложений, которые не зарегистрировали специалисты, также будут переданы разработчикам и учтены в процессе реализации Яхтиной Марины. Вся процедура у нас завершена согласно требованиям градостроительного кодекса. И последний этап этой процедуры – это утверждение нормативным актом самому проекта планировки и проекта межевания. Ориентировочная площадь, занятая проектом, это территория в границах 11 гектар. Проектом межевания территории предусмотрено образование 30 земельных участков, из которых улично-дорожная сеть и территория общего пользования – это 5 гектар ориентировочно. Ну, там 4874, а зеленянная территория 2 гектара и площадь набережной вместе с улично-дорожной сетью 4 гектара. Создание Яхтиной Марины – это только первый этап комплексного развития Балаклавы. Планируются инфраструктурные изменения, реставрация исторических зданий, отметили в правительстве города.